праздник, День Святого Валентина. И традиционно на День Святого Валентина мы устраиваем что-нибудь интересное. Сегодня к 10 классу, который традиционно в этот день показывает экзамен по английскому языку в виде спектакля, присоединились 9 классы. 9 классы выступают на русском, 10 классы традиционно выступают на английском. И это опять же Шекспир, венецианский купец. Ребята очень старались, они молодцы, они сделали максимум за кратчайшие сроки. Поаплодируем заранее. Тоже большие молодцы, огромное 9 классам спасибо, потому что они поддержали, и они тоже от себя приготовили вам 2 очень интересных сюжета. Поэтому смотрим внимательно, как во всех приличных домах и театрах. Пожалуйста, отключите свои телефоны. И не снимайте нас. И мы начинаем. Русская классическая литература тоже знает много историй любви, но много любви несчастной, к сожалению. А по словам Льва Толстого, каждая семья счастлива одинаково, но несчастна по-своему. И поэтому мы приготовили 2 классических сюжета. Первый из романа Пушкина «Евгений Онегин», «Письмо Татьяны» и «Исповедь Евгения». Это первая наша сцена. Встречайте, пожалуйста. Я к вам пишу. Чего же боль? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, ваши воли меня презрением наказать. Но вы, моей несчастной доли, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда, когда в надежду я имела хоть редко, хоть неделю раз в деревне нашей видеть вас. Но только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном, и день и ночь в новую встречу. Но говорят, вы не людим, души, в деревне, все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? Глуши забытого селенья я никогда не знала б вас, не знала горького мучения. Души неопытной волнения сменив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой? Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То вышло не суждено совете, то воля нежна, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях не являлся, ты зрима, ты мне был уж мил, твой чудный взгляд меня томил, душе твой голос отдавался. Давно. Нет, это был не сон, ты чуть вошел, я книгу знала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он. Не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала, или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновенье при тыле милое видение в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью, не ты с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул. Кто ты? Мой ангел и хранитель, или коварный искуситель мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое. Обман неопытной души, и суждено совсем иное, но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобой слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя. Единым взором надежды сердца оживи, или сон тяжелый перерыв. Увы, заслуженный взор. Кончаю. Страшно перечесть, ты дома страхом замираю, но мне порука ваша честь, и смело ей себя вверяю. Вы ко мне писали. Не отпирайтесь. Я прочел. Души доверчивое признание, любви невинные излияния. Я ваша искренность мила. Она в волнение привела давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу признанием так же,
без искусства. Примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда б мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел, когда б семейственной картиной пленился я б хоть миг единый, то верно б, кроме вас одной, невесты не искал бы. Скажу без блесток мадригалей, нашать мой прежний идеал, я б верно вас одну избрал в подруги дней моих печальных, всего прекрасного в залог, и был бы счастлив, сколько б мог. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Поверьте, совесть том порукой, супружество нам будет мукой. Я сколько б не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час, начнете плакать, и ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовят гимни, и может быть на много дней. Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем, и вечером одна, где скучный муж ей цену зная, судьбу однако ж проклиная, всегда нахмурен, молчалив, сердит и холодно ревнив. Мечтам и годам нет возврата, я обновлю души моей, я вас люблю любовью брата, но может быть еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты, как деревца свои листы меняет каждую весною. Так видно, небом суждено, полюбите вы снова, но учитесь властвовать собой. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Пушкина Михаил Юрьевич Лермонтов является поэтом совсем с другим мироощущением. И отношение его с светским обществом, с внешним миром немножко иное. Если произведения Пушкина звучат достаточно оптимистично, то произведения Лермонтова проникнуты насквозь болью, одиночеством, трагическими нотами. А этому и посвящена его драма «Маскарад». Для непосвященных немного напомню, что эта драма посвящена фальшивым сплетням света, вследствие которого жена буквально оболгана, и муж считает ее изменницей. Что из этого случилось, вы сейчас увидите. Я сомневался. А это всем известно. Намеки колки со всех сторон меня преследуют. Я жалко, смешон. Нет, людям я не уступлю. И нас судить они не станут. Я сам совершу свой страшный суд. Я казнь отыщу. Моя же будет тут. Она умрет. Жить вместе с нею доли я не могу. Жить розно? Решено. Она умрет. Я прежней твердой воли не измену, не изменю. Ей, видно, суждено в отсвете лет погибнуть, быть любимой. Таким, как я, злодеем, любить другого. Это ясно. Как же можно ей после этого жить? Ты Бог незримый, но Бог всевидящий. Возьми ее, возьми, как свой залог тебе ее вручаю. Возьми ее, благослови. Но я не Бог и не прощаю. Там жарко. Отдохнуть я сяду в стороне. Мой ангел, принеси мороженого мне. Смерть, помоги. Мне что-то грустно, скучно. Конечно, ждет меня беда. Предчувствием я верю иногда. Возьми, от скуки вот лекарство. Да, это прохладит. О, как не прохладить? Здесь ныне скучно. Возьми, поставь на стол. Ничего, я болен.
Поедем скорее домой. Поедем, но скажи мне, милый мой, ты нынче пасмурен, ты мной недоволен? Нет, нынче я тобой доволен был. Чувствуешь, как вся горит она. Зачем я там мороженое ела? Я верно простудилась, а тогда не правда ли? Мороженое? Да. Здесь что-то жжет. Пройдет. Пустое. Молчи и слушай, я сказал. Коль жизнь лишь дорога, пока она прекрасна. А долго ли? Жизнь как бал. Кружишься кругом, все светло, ясно. Вернулся лишь домой, наряд из меня-то снял и все забыл. И только что устал. Но в юных летах лучше с ней проститься, пока душа привычкой не сроднится. С ее бездушной пустотой мгновенно в мир перелететь другой. Покуда ум, был им еще не тяготиться, покуда смертью легка еще борьба. Но это счастье не всем дает судьба. О нет, я жить хочу. Чему? Евгений, я мучусь, я больна. А мало ли мучений, которые сильнее, ужаснее твоих? Пошли за доктором. Жизнь – вечность, смерть – лишь миг. Но я жить хочу. И сколько утешений там мучеников ждет. Но я молю, пошли за доктором скорее. Не пошлю. О, жалься, пламень разлился в моей груди, я умираю. Ты меня не любишь. А за что ж тебе любить? За то, что в грудь мне целый ад ты бросила? О, нет, я рад твоим страданиям, Боже, Боже. О, если бы свою вину сама я знала... Молчи, то... или я сойду с ума. Творец небесный, пощади, не слышит он, но ты все слышишь, ты все знаешь, и ты меня всесильно оправдаешь. Остановись, хоть перед ним не лги. Нет, я не лгу. Я не нарушу его святыню ложной мольбой. Ему я предаю страдальческую душу, он твой судья-защитник был. Теперь молиться времени, Нина. Ты умереть должна через несколько минут. И тайной для людей останется кончина, и нас рассудит только Божий суд. Как умереть? Теперь сейчас нет быть не может. Я знал заранее, что вас это встревожит. Смерть, смерть, он прав, в груди огонь, висят. О, я тебе на вале подал яд. Не верю. Невозможно, нет, ты надо мной смеешься, ты не изверг, нет. В душе твоей есть искра доброты с холодностью такой. Меня ты не погубишь с этих дней. Не отворачивайся так, Евгений, не продолжай моих мучений. Спаси меня, роси мой страх, взгляни сюда. Смерть в твоих глазах. Да, ты умрешь, я останусь тут, один, один, года пройдут, и все один, но ты не бойся, мир прекрасно тебе откроется, и ангелы тебя возьмут в небесный свой приют. Сюда, сюда, на помощь, умираю, яд не слышит, понимаю, ты осторожен, никого не идут, но помни, есть небесный суд, и я тебя, убийца, проклинаю. Проклятие! Что пользы проклинать? Я проклят Богом. Бедное создание. Ей не по силам наказание. Я ошибался. Нет, неумолимо. Как живо вижу я ее мольбы и тоску. О, мимо, мимо ты, пробужденная змея!